все фотографии. Можно, можно. Да. Мне это нравится. Это мои мальчики, я не могу их не узнать. Я все фотки их знаю, но все дрочила. Остаемся. Может тебе дать? Сердечко ж ёкает, если честно. Остаемся. Потом. Привет. Большие выигрыши! Господи. Прекрасные дамы Инь и Янь, Михалиночка. Привет. И Арина. Моя девушка. Забыл мое имя. Нет, просто... Ну я пойду. Нет. Так. Арина прилетела с самой Москвы к нам в Киев. Так, Артём, досмотрим видос и гоу. И я бы не смог упустить возможность снять ролик с ней и Михалиной. Это моя давнейшая мечта, но самый главный ролик. У него давнее, я тебе перебью, у него давнейшая мечта снять видос, как мы с Ариной тратим по 30 тысяч гривен. Он это мне говорил год назад, а сейчас снимает какие-то, кто угадает, стримера. Я такой... Деньги кончились, Артём. Блядь! Зло, ты мне это обещал, ты сам даже это помнишь. Или кто по 30 быстрее, тысяч гривен? Или кто быстрее купит, что... Такой. Подожди, это несуразица. Не пойман, не вор, не напиздел, да, а прибрехал. Короче, не суть. Я не смог воспользоваться возможностью пригласить Арину поснимать какой-то прекрасный контент такого качества. Мы еще пару роликов вам снимем, вы их прекрасно ожидаете. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, ебать колокольчики, жбейте. И смотрите в описании, потому что там есть ссылочки на этих прекрасных мудмуазелей, если первый раз видите. Зацените. Я надеюсь, ты оставишь, они как снимают. Там есть еще посмотреть, там все супер, amazing, прекрасный лип. Ладно, хватит, ебать. Ну что, мы начинаем? А мы сейчас будем угадывать стримеров, как бы, да? На Твиче все стримы, мы все стримерши. Стримерши. Мы все стримеры. Одобряю. Да, я уже с ними как их сестренка. Ребят, кого выберете, Михалину или Аринян? Выбирайте девушку себе, Михалина или Аринян? Мы все стримеры. Одобряю. Да, я уже с ними как их сестренка. Вы знаете, да, там, подкрадываюсь незаметно, а потом, как в той песне. Ладно, то не суть. Мы сейчас будем угадывать стрим. Артур нам подготовил парочку прекрасных. Давайте, пишите в чат, кого выбираете. Злого. Тебя. Но я не участвую, это было бы нечестно. Ага, понятно. Я увидела все, что я хотела. Фоток пикантных мы не знаем. Кто они? Он нам показывает маленькую часть, а потом показывает фул. Кто угадывает, забирает одно очко, а победитель получает 30 сабок. Ёбаная кнопка, я и забыла уже об этой кнопке. Посильнее. Короче, если ты знаешь, кто это, хуярь, говори. Бля, ну так уже. Хуярь, не бойся, бей, говори. Ты можешь право сказать, как... Я бы сам что нажимать, а не хуярить, блядь, каждый раз. Нежно, вальяжно. Вот, чекай. Ок. Солнышко. Отвечаешь, и все супер, все amazing. Михалина уже... Я верная девочка. А я тебя ознакомлю, как бы, да? Артур, заводи шарманку, показывай нам этих прекрасных людей, кто стримит там, стримеров. Будем смотреть. Ребят, мне реально будут здесь оскорблять в видосе? Я не хочу смотреть оскорбления. У меня такое хорошее настроение, я расстроюсь, если меня здесь внезапно будут оскорблять. Не будь, как бы, да. Я реально расстроюсь. Кровать. Ой. Чего, блядь? Я не знаю, это новая фотка? Да. Я не видел, кстати. Я видел эту футболку, я помню. Просто я сегодня смотрел, да, это Каравая. Быстро, конечно. Это как я могла не узнать Каравая? Кем бы я была просто? Как? Это быстро. Блядь, наступный. Что это, блядь? Это братишка? Нет. Это Дима Икс? Нет. Блядь. Ебать. Это... Не знаю. Слюзон? Нет. Блядь. Папич? Нет. Что это за хуйня? А, нет, брат, я не знаю, кто ты, не бей, блядь. Лучше обосри, баба постирает. Пчелки! Ну вы лучше шарите этих людей, я там... Алексей, я помню этот прекрасный клип, я никогда плохого о вас не говорил, может быть, еще скажу. Да. Ты не узнал Алексея? Они же записывали. Ты говоришь, что тебе сегодня не испортит настроение? Ну, если про меня злость скажет что-нибудь обидное, то у меня испортится настроение. Помни эту. Давай доступного, хуми. Я даже не буду нажимать, потому что я знаю всех. Я сейчас быстро нажму. Сейчас резь будет. Это Арина? Аляша. Да. Чего, блядь? Это очень красивая фотка, я запомнила ее. Ты знала это? Да, я знала, что ты Аляша. Почему ты не клацала? Не знаю, я... Ты руку держишь, я... Да, такой... там нельзя держать. Что ты держишь? Вот так вот. Я думала, это Арина. Очень красивая фотография. Может, да. Бля, ребят. Нет. Я микро забыла выключить, забыла выключить. Не нравится, блядь.
Бля, следующая сложно. Блять, это нога чего-то какого-то кита? Это мужчина, кита? Это женская нога. Определитесь полом сначала. Это женская нога. Это женская нога? Так. Не моя. Это мужская. Я не знаю. Волосы видишь? Волосы? Я не вижу. У меня такие же ноги, блядь. Это женская нога. Ответ? Это вишенка? Нет. Не, вишенка... Это Марк. Кто? Марк. Глюкомоле. Нет. Глюкомоле. Это... Блядь, у кого такие... Это булочка? Нет. Не, они худые ноги, это моя нога может так вылечить. Не, она в таком ракурсе, она... Поёл! Нет, нога нормальная, просто они просто супер худые, что вишенка, что... Бля, я бы подержался за эти ножки. Ну, нормально. Это мужчина или девочка? Да, это женщина. Сначала говорит, я подержался, потом говорит, это мужчина или девушка, бля, красава. Женщина. Девушка бустера Катя? Нет. Блядь. Это девушка из России? Такое уточнение? Я забыл ник. Девушка из России, давай. Эль Катя. Девушка из России, лучше знаю. Она невысокая. Страна? Кто это? Россия. Страна из России. Невысокая. Little Pussy. Пусть. Блин, столько невысоких стримов. А чё, злой с фруктовкой все расстались? Можно начинать катить к фруктовке? Кинцуха? Нет. Нет. Авдеич? Нет. Коне, Авдеич так ноги никогда не фоткает, только лицо, блядь, и сиська. Кто-то считает, и считает, блядь, считай нахуй сапки, кому дарить, блядь. В чате посчитайте потом, да, понятно, чтобы я understand, кому сапки дарить. Я же не считаю тоже. А я знаю это стрим? Все я знаю. Блять, тендер либо нет. Изи! Сюда! Изи! Сюда! Сюда! Я же эту фотку не видела. Ебать, блядь. Я тоже не подписан. Я тоже. Свежая, 3 сентября. Свежая. Для нее свежая. Для меня тоже. Парируем, репарируем. Ребят, знаете, типа, все так сейчас, ну, типа, что-то переезжает. Ова, вообще очень, очень круто. Наступит следующая сложно. Что это? Что блядь? Это? Блядь, мужчина, это чел подпирает лапу. Это фальскин, ладно? Нет. Блядь, это он из России? Нет. Да. Блядь. Брат, а как ты эти фотки отцепил? Это Джонни Тайм? Нет. Да не, у него... Это Жоржа? Нет. Да не, у них подбородок, блядь. Ты посмотри, у него подбородок худой. А бывает, блядь, он так... А может это... Блядь, я не знаю. Мы его не знаем, да? Все знают. Ну, это типа не пиздец известно. Рекрент. Нет. Кто? Кореш? Я вообще не понимаю. Вы понимаете, что вообще не в ту сторону херачит? Это девочка? Да. Это девочка? Это не я? Монтаж клёвый. Это кухня. Нет. Блин, прости. Я не знаю. Я не знаю, кто ты, но прости, блядь. Я подумала, что это мужчина. Она... Большая? Маленькая, да? Ну, взрослая. Бля, бедная девочка, если я... Она стримерша, да? Давайте вырежем этот момент. Стримерша из России. Все стримеры, ну, да. Из России. Ну, тут вариантов немного, Россия, Украина. Ну да, я спрашиваю. Блядь, мы знакомы с ней лично? Сколько 100%? А, ну я ни с кем не общаюсь. Крис Вэк. Нет. Блядь, давай маленькая. Беленькая. Хали поебать. Блондинка. Блондинка. Кто вы здесь? Вы знаете. Блондинка стримерша. Блядь. Это что, я? Нет. Блондинка? У меня есть парень. У всех стример. А мы знаем ее парня? Или может. Да, он появляется у меня на стримах. Фасоль! Нелли Рей? Блять, пиздец. Мы проебали. Вообще, это прям один в один. Да. Парень на стримах у нее есть. Да, всегда, почти. Кто? Юечка? Нет. Модестал, Ксюха! Близко, но нет. Фасольку, блядь! Да! Блядь! Блондинка, я вообще забыла. Порная. И ты говорил. У него такие пуписы, ты шо? Я как видел в инстаграме, бля, ебаный снизу. Боже, как мне сложно было реально. Как это сложно было, пиздец. Столько пустей, думала, что это... Ладно. Я думала, что next. Да, next, это пиздец. Иксай. Нет. Якадзе. Кто? Якадзе. Якадзе, да, это Катя на фотка. Да. Катя. Да. А, блин, просто... Специально поэтому на Иксайла, типа. Не он, по волосы. Да, я тоже. Я охуел, ебать, а ты видел эту фотку? Подостать? Нет, не знаю. Следующая изи. Прям надо быстро отвечать. Давай. Так. Ну вас беру. Давай руки забери. Это вы отвечать, чат. Давай, руки вот так. Давайте. Строго. Я даже не вижу. Ебать скорость, блядь. Я даже не увидела.
Это мои мальчики, я не могу их не узнать. Я все фотки их знаю, на все дрочила. Серьезно? Но это его лучшая фотка. Да, кстати, со всего инстаграма. Это где он кокос держит, это вообще пиздец, блядь. Маску могу снять. Ну, у него красивая внешность, мне нравится. Но он вырастет красивый. Да, да. Вырастет, а уже сколько, 10? Вырастет, блядь, красивый. Следующая сфера дрочилина. Очень осторожно. Боевал. Блять. Да сука, да, ну боевал точно. Вроде бы да. Блять, ну. Боже мой. Ты просто в жизни жопу ее видел. А, все вспомнила, да, еще. Это новое, я, кстати, видел. Еще Вадим вот при мне такой листает телефон и ставит лайк на эту фото. Да, я помню, я ее видел. Это вчера было. Да. Exile же комментарий оставил. Лапин ставил, скиндор. Ага, понятно. Следующая сложно. Ну не я, это не я. Мама. Нет. Бля, ты женские ручки. Женские ручки? Да, вроде бы не очень женские, вроде пацанячи, но какие-то такие худощавые. Кто пацан есть худощавый какой? Это женские руки. Бля, что за руки такие? Не очень женские, хз. Это девочка? Да. Может, это Юлечка? Даша, бля, как Дашу не узнать? Да нет, да, бля, ну это сложно очень узнать, потому что это только ручки маленькие, вот красный телефончик, нихуя непонятно, блядь. Ну, казалось бы, там сиську еще что-то такое. Следующий. Моя девочка. Боже, какая Михалина вообще, как я охуенно с этими волосами, я вообще тащусь. И не подумай, это я прочитал твой комментарий. Следующая изи вообще будет пиздец, просто прям очень. Это не я. Я просто, у меня так, типа, я не я. Это не я. Ебать, она дернулась грязно. Бля, какие глаза. Я подумала про фруктоску, не знаю, Аня, что ли? Отдали, а то я не знаю. Вишня? Ну вот я тоже про Аню подумала. Блять, по глазам не узнать человека, это пиздец. Мы ее знаем? Ты узнаешь ее. Ты знаешь? Нет. Ну, глаза красивые вообще. Красивые. Люблю. Тольятти, Волга, ну, геолокация на этой фотке. Модеста, у неё светлые глаза. Волга, Тольятти, Волга, Якушевская. Вишня. Да. Блядь. Я бы не узнала. Что происходит? Ты её тоже в жизни видела? Конечно. Ну да, они же чё. Совсем? У Модеста уже светлые глаза. Алло, я знаю это. Давай. Генсуха! Генсуха! Ебать, скорость, блядь! Супергерои какие-то! Ебать, скорость, блядь, нажать. Ну, конечно, у тебя ближе да. Всего. Нет, мне не надо руку да. поднять нажат, а вам просто в бок. Да, что ты Давай начинаешь? Я руки закладу, блядь, закладу. Закладу! Это не я. Это я. Блядь, чего? Не, ну я в другую часть. Ты как меня ты выбирал, то жопу, то сиську, то жопу. А как я то... Подмышки. Я ты знала. Если бы я выбрал жопу или сиську, это было easy для всех. Так вот именно, а когда ты мои фотки ставишь? А вот твою не угадали. Да, я убираю эту часть, чтобы было не так просто угадать. Такая little pussy тут, пипец. Моя подмышка. 18-й год. Такая маленькая еще, парирую. Отдыхаю после тяжелого рабочего дня. Моей подмыхи? Вы охуели? У меня подмыхи и не пахнут. Ага, вообще убрала. Эвелон? Блять! Я своих друзей не могу угадать! Вы чё, рофлите? За мной затупка, сука, пригласили! Это я! Это моё шоу! Чё меня ебать? Ну, забери руку! Это я! Нет! Пиздят ещё, блять! Я подняли руки все. Прям давай. С ноголовой. Ну я быстрее. Руки поднял! Следующая прям изи пиздец. Кто, блядь, не угадает, стыд. Я не знаю, возьми поближе. Слава, да. Бустер, блин, я могла бы сказать, да. Пизда, пиздец. Привет, Дементы. Диана Райс. Блядь! Ебать, они по кусочку узнали, охуеть. Я хотел головой, а где ты? Диана, если ты позволишь это троллинг, где выводы? Я узнала, а не он. Где, я а где ты часть нашел? Это ты ее повязку на голове, баба? Ой, блядь! Куда ты едешь, блядь?
же, это тоже. Simple. Это же Simple, как ты не угадала? Вау, ты не угадала? Симпла? Бля, Simple очень симпатичный, ну вообще так, объективно. Я. Блин, блядь, ебать. Я забыла, кстати, про нее помогла подумать. Следующее сложно. Кому 32? Диана Райс. Нет. Дмитрий Ликс. Девочка? Ну да. Дмитрий Ликс, блядь. Это кто? Что это? Это жопа, я думаю, это рука такая. Это бедро, вот это. Это не я. Я думаю, это рука. Это не я. Блядь, филешечка такая. Она из России? Нет. Лея. Да. Да, я смогу. Блядь. Да, злой. Но я не видел эти фотки. Жесть. Ой, да. Блядь, я на жопу засмотрел. Ну, это вообще рука, блядь. Следующая фотография. Тоже думали рука? Так, злой, руки, блядь. Я не вижу, но... Не знаю, кто это. Я не вижу, но я нашел. Это Братишкин. Да, для меня это... Откуда ты все это знаешь? Ты не, я тоже прям мониторишь? Потом. Я тебе даже это слова фотка. Не даю вставить. Эту фотку я видела. Можно я просто руки буду так держать? Я помню. Давай, next. Следующий очень известный Кент. Очень известный. Скруджи? Нет. Да, я понял, это Марку. А. Он не рэпер, но выглядит как рэпер. Кто это? Мага? Нет. Мага рэпер, блядь, да. Да не рэпер, ёб тудей! А, не рэпер. Все, по рэперу отмена, это стример, давайте, короче, гадайте. С России. Он стример? Это Макривский? Москва. А? Москва. Я, Михалина. Ты победила. Спасибо. Блин, точно. Я вспомнила просто, что у Ромы спросили, что ты цепи уже носишь. Я, ну, да, блядь! Сказал про цепи, я сразу вспомнила эту фразу. Я просто их в жизни видела, я еще, наверное, в Инстаграме лайки поставила. Заебала сломать ногти. Да? Дай денег Арине на билет. Я ей предлагал вообще-то. Да. Задонать там что-то. Так, не надо. Это, давай, может, я тебе дам. Вот так вот. Сказал, сделал, правильно? Ну, правильно. Они вот это... Может, Макар, привет! Сердечко шьёк, если честно. Как же Арина вкрашивает себя просто всех пацанов, мне кажется. Тебе нашел. Михалина! Это я. Да, Артём, на стриме. Это я, ребят. Нет! Нет. Я не знаю, кто это. В России. Бля, ну я с России мало просто. Ростов кто-то ну. Кухня. А как у меня на стене? Ляша. Да. Блять, нахуя ты это сказал? Блять, как мы быстро это сделали? Что у нас за нуль? Юля, я тебя люблю. О, моя Зоя, я тоже тебя люблю, блять, зайчка моя. Блять, как мы быстро это сделали? Что у нас за нуль? Юля, я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Что у нас за нуль? Я тебя люблю. Она даже не договорила, а я уже знала, что она скажет, я тебя люблю. Секс ходячий. Сейчас горячий парень из Сочи. И кто меня оскорбил, бля, где? Че вы, бля, дезинформировали? Ну, сюда! Пенсионеры! Пенсионеры! В сборе я угадал Пчелкина, Александру, мою мумию. Они все сидят за нами, голову под капюшон, и мы... Эй, куда? Короче, Кенни? Я думаю, что Арина победила в этом. Да. В этом. Кенни? Не факт. Ну, в чате мы посмотрим. Скай, в чате. Скай. В комментариях мы посмотрим, кто сколько прочитал, Кенни? Может, монтажер мне делает цифры, блядь, кто сколько прочитал. Арина, ну да, понятно. Со мной, если вам понравилось, ребят, собираем дохуя лайков. Блин, я бы тоже хотела в таком шоу поучаствовать очень сильно, но меня бы вряд ли тогда злой позвал, типа, я не такая популярная там, и, наверное, было бы не очень... типа, для аудитории смотреть со мной. Ну, я бы очень хотела. Я закрываю эту рубрику, нахуй. Собираем много лайков, 100 тысяч, и Злой дает нам по 30 тысяч с Ариной, и мы идем тратиться. Кто быстрее всего выиграет билет? Нет, это отдельно. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь, смотрите нас на Твиче, все ссылки на нас будут в описании. Мы все стримеры, как бы, да? Да приехать, да приеду, лол. Пожалуйста, а я вам буду завозить грязюки. Со мной была в гостях Михалина. Ой, блядь, я никогда посмотрел. Всем спасибо за просмотр. И Арина.
Поставьте лайк на комментарий, чтобы он вылетел в топ. Умоляю. Откройте видос по моему комменту. Плиз, поставьте лайк. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока, спасибо.